Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Карл Густав Хелквист. Работа называется «Вальдемар Атердак собирает дань жителей Висбю», 1361 год. Работа написана в 1882 году. Холст масла 200 на 330. Карл Густав Хелквист – один из самых известных шведских живописцев. Кисти мастера принадлежат преимущественно большие исторические полотна, отличающиеся романтическими интонациями и детализацией. К числу его лучших картин относится и эта представленная живописная картина. Город Висбю находился на острове Готланд, это Балтийское море. Еще со времен викингов его жители вели активную торговлю, поэтому он был самым лакомым куском для завоевателей. В 1361 году на остров высадился датский король Вальдемар Атердак со своей армией. Крестьяне, собравшись в дружину, дали отпор неприятелю у стен Висбю, но из-за плохого вооружения и предательства горожан, которые не открыли им крепостные ворота в нужный момент, они потерпели поражение. В результате этого сражения погибло около половины всего мужского населения сельских районов острова. Жители же Висбю заключили с датчанами соглашение, согласно которому они должны были впустить армию и заплатить большой выкуп. Момент сбора дани и изобразил живописец. На площади установлены три огромные бочки. Их горожанам надлежит заполнить золотом, чтобы сохранить свою жизнь и независимость. Из разных уголков люди несут ценности. В правой части картины около собора на высоком постаменте сидит Вальдемар Атердак, наблюдая за свершающимся. На дальнем плане виден отряд датчан, входящий в Висбю. На первом плане художник представил богатую семью, которая уже отдала все, что имела. Мужчина в красном головном уборе с ненавистью взирает на короля, в бессилии сжимая кулаки. Его жена, держа на руках малыша, со слезами отвлеченно смотрит куда-то вверх. Хелквист разрабатывал образы героев, желал сделать их максимально выразительными и психологически объемными. Много внимания он уделял и деталям, стремясь к исторической точности и соответствию костюмов и аксессуаров эпохи. Однако в картину закралось несколько ошибок. Например, горожанин, его можно увидеть за женщиной с ребенком на руках, носит шляпу по французской моде конца XIX века. Около одной из бочек изображена собака, такса. Формирование этой породы началось примерно в 16 столетии в Южной Германии, а в Швецию ее завезли только в 17-м. Тем не менее, досадные курьезы не умаляют достоинств большого многофигурного полотна и блестящего таланта Хелквиста. Ну вот, такое описание нашел в интернете к работе Карла Густава Хелквиста «Вальдемар Атердак собирает данных жителей с Висбю». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.